Бог и семья по жизни идут всегда рука об руку. Поздравляю вас всех. Берегите себя и удачи вам во всех ваших начинаниях. Спасибо. Добрый день. По поручению Александра Александровича Ваймера, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, хочется поздравить всех с этим замечательным и прекрасным праздником. Семья – это основа основ. Семья, поддержка близких, взаимное уважение, любовь и согласие – это главная опора в жизни каждого человека. Важно беречь традиции, сложившиеся в каждой семье, беречь семьи, сохранять свою историю. Сегодня прекрасный повод проявить внимание и заботу о своих близких. Еще раз собраться всей семьей. Поэтому хочется в этот прекрасный день пожелать всем еще раз счастья, благополучия, удачи и крепких-крепких семей. Спасибо. Дорогие братья и сестры, позвольте мне от лица муниципального совета города Сестрорецка, от администрации города Сестрорецка, поздравить вас всех с замечательным праздником, с праздником, который традиционно мы отмечаем у нас в Сестрорецке, он с каждым годом становится все более популярным. Вот сейчас мы уже празднуем на двух площадках, и здесь у храма, и потом в парке Дубки. Вам хочется пожелать счастья, благополучия и любви в сердцах. А любовь – это и есть Господь. Еще раз всех поздравляю с праздником. Дорогие святые отцы, спасибо за прекрасную службу, которая сегодня была. Всех вас тоже поздравляю с праздником любви, семьи и верности.